остановиться. Вам не так уж просто остановиться. А можно нам с невестой сфотографироваться? Да, да, идите. Сфоткайте мне же. Я ж им, я тетя все-таки. Так тебе комфортней? Он бы хотел бы уже все присесть на стульчик и ничего не делать. Навитенько. Да и забей. Да все. Отверни его в другую сторону, не видно будет. Ближе друг к другу. Вы не влазите. Еще, еще, еще. Ближе. Стоит. Смотри. Подождите секунду, а то вас больше стало. Холодно! Убейте! Макс, видно, застрелите нас там чуть-чуть. Я сейчас вас встречу. Вот, Volkswagen зеленый, да, вы поворачиваете, вот тут возле Volkswagen остановитесь. Фотографируйте, деловой. Девочка сказала, чтобы ты этот самый верхушку отрезал, так? Нет, верхушку разрезали, а потом остальное. Толь, официантам нужно заносить. И долго я это буду стоять? Чтобы... Официантам заносить. Да. Первые там 302 какие-то они еще едут. И повернете за Казацкой Радой, будете ехать прямо-прямо, будет написано «Продать квартиру». Попала? Да, еще раз. Приходит мне как-то. Раз, два, три. Раз, два, три. Счастья вам, конечно, благополучия в жизни, любви, до смерти. Так что живите счастливо, будьте здоровы.
Ребята, держитесь. Счастья, здоровья на многие долгие лета. Спасибо. Много деточек. Ну, мы еще за столом скажем. Да. Всего вам самого. Это глагол. Поэтому нужно заботиться, понимать, поддерживать, помогать, доверять. Любить — это глагол, поэтому любите друг друга. Я желаю вам всего хорошего. Ну а сейчас самый приятный, сентиментальный момент. Я в это время всегда смахиваю скупую мужскую слезу, потому что вы можете подойти к этой красоте, обняться, поцеловаться, пошептать на ушко, подарить ваши там мелочи, квартиры, машины, но то чепуха, самый большой подарок, то, что вы пришли, ваша любовь, это не купишь ни за какие деньги. Поэтому не теряйте это в благодатном времени, несколько минут они ваши, обнимайте, целуйте, пожалуйста. Подходим к вам. Кто первый подошел, тот самый шустрый год считается. Подходим. Свидетели, помогаем с первой минуточки на последнее. Спасибо всем за дружный прием. Поздравляйте, ребята. Целуйте. До того разволновался мужчина, да? Сюда. Ну эмоции. Проходите, пожалуйста. Проходите все. Присаживайтесь. Все. Проходите, спасибо большое. Дорогие друзья, ну и первый тост традиционно, если никто не возражает, мы поднимем за виновников нашего вечера. Не против ли? Он очень древний, но лаконичный, вы долго стоять не будете. Этот тост киевских королей, звучит он так, как чаша сладкого вина, пусть будет ваша жизнь полна. Не расплескайте эту чашу и спейте всю ее до дна, как всю вашу жизнь. Друзья, а мы давайте тем более все до дна за молодых. Кто не пьет за молодых, тот более Моисеев, предупреждаю сразу. Говорю, давайте чокнулись в хорошем смысле. И пьем до дна за молодых, потом я вас не трогаю, не большая прикольная пауза, все с утра поднялись, раненько в седло сели. Поэтому несколько минут легкая музыка, ухаживайте за дамами и приятно. Горько! 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 28, 29, ура! Молодец. Иди сюда, как ты похудал, да? Дорогие друзья,
И сейчас мы объединимся. Благодаря молодым вы породнились, друзья. Запомните, запомните эту минуточку. Вы будете родственники, самые близкие. Поддержка, плечо, опора. Дай Бог, чтобы трудностей не было, только радостно молодые. О, вот это казак, вот это уважаю. О, не зря усы носят. Так, хорошо. Друзья, всех целую, не спеша. Тяните ручки, целуйтесь, обнимайтесь. И родные, ни одного случайных людей я уверен в зале нет. Вот здесь люди самые долгожданные. Поэтому всех нежно целуем. Но все места пора не разрешать, конечно. Так, и прям дальше. Объятия. Родственники у нас все, с этой минуты и навсегда. Обязательно поцеловать. Они же породнились. Можно. Сегодня жених разрешает целовать. Сегодня можно. Ребята, сидите, и выйдите сюда, пожалуйста. Потом. Сидите. Выйдите сюда. Ольга! 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 Это аплодисменты зала, ребята. Занимайте свое почетное место.
старик Гасманов. Поехали! Она молодец, умничка, Анечка! Хорошо, аплодисменты, ура! Держим самый ценный приз. Там молодые есть, это дороже любой квартиры. Дружечки станцевать лезгиночку, правильно? Лезгиночку, да. Роза и зуба. Бери, бери, розы есть у нас, бери. Темпераментно, красиво, хорошо. Больше будешь не темпераментно, не отдадут, понимаешь? Поэтому надо темпераментно, хорошо, красиво, обязательно. Так, выбирай розочку, так. Там ваши аплодисменты. Дружечка, ты что же, как лебедушка себе веди так. Лебедушка, да, ручки, так, так. Итак, да, самая темпераментная лезгиночка нашего вечера. Горец, давай. Уса! А, молодец, молодец. Давай. Так, ногами чудеса твори, чудеса ногами. Ну все! Джо Кокер! Жесткий спирит! Дружок, держись, держись, дружок! Держись, темперамент на чеке, держись! Просят, чтоб жених все-таки вышел, потанцевал. Потанцевал, пожалуйста. Жених какой. Дружок, иди сюда. Моя знакомая живет на Бессарабке, на Трансиляльке в омельшие года. И я ношу свои портреты в Трансиляльке, друзья, поаплодируйте. Воры говорят, что отлично все, и жених красавец. Поздравляю вас с этим радостным, счастливым днем. Вы стали мужем и женой. Живите дружно, помогайте друг другу и в счастье, и в беде. Не забывайте родителей, бабушек и всех родных своих. Желаю вам приобрести свое хорошее гнездышко и завести в нем птенчика. Ну, конечно, желательно первого птенчика мальчика. А уж потом для мамочки радость и красоту, красавицу, девочку. И желаю вам мира, любви, добра, благополучия и Божьего благословения. Горько! 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 Горько!
Боже, вам всего самого хорошего. Вы были все жизнь молодые. Счастливые. Сейчас счастливые. И красивые. Внуков мне. Минимум двое. Самое главное. Да. Чтобы я еще понянчу. Правильно. Да, чтобы понянчу. Да. Хорошо, я вам сказать? Дорогі наші діти, будьте щасливі, красиві, як цей зал і ваші гості. І щоб діти ваші були такі ж красиві і щасливі, і нам у радість. Бонка! Бонка!
Стоять, давай, не, бат. Пожалуйста, жених и невеста присаживаются. Вы согласны, что они очень хорошие танцоры, да? Вы видели как, да? Темперамента полно, танцы полно было. Друзья, и вот сейчас мы проведем такой небольшой, несложный конкурс. У нас будут самые посвященные жюри. Они будут вручать призы, а вы должны будете порадоваться за них танцевать. У нас будет X-Factor «Танцы со звездами». Ну, не такой слабенький, как на Первом канале, но это отстой. Там они все сидят, скачают, а у нас будут все танцевать. Мы будем все танцевать. Но каждый, танцуя, должен выйти посолировать молодым. Это понятно, да? То есть каждый танцует на месте, да? Давай, 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 дядя, давай, давай! Да, да. Так, все танцуют, все танцуют, все! Обязательно, чтобы была украинская «Гусиное полечко», потому что есть украинцы в зале. Итак, украинская «Гусиное полечко», все танцуют, и каждый выходит посолировать на наши самые лучшие в мире жюри. Погнали! Называется «Друзья, еще не мерла Украина на зло Путину». Танцуют все, работаем на вали. Молодцы!
как молодячь завоевать приз. Итак, последнее быстрое испытание нашего вечера. Это цыганочка с выходом, друзья. Все танцуют цыганочки. Пошли, черноголовые. Опа. Пошли, кучерявые, пошли. В глазки молодым. Глазки. Итак, скажу вам, что
Таких танцев я не видел ни разу. Все просто призы, супер! Призы мы увеличили. Должно был, должен был быть один, стало 12. Но первоначально хотел бы выделить господина семьи Андрейте. И все время, но очень изысканно и профессионально. Где мой крестный? Крестный. Поаплодируйте, друзья, поаплодируйте. Не один, поэтому... Друзья, то же самое. Французская кулинарная книга лучших кулинаров. 980 евро. Работает в системе Android без листочка. Система Android подключается, работает, друзья. Самый дорогой подарок – это поцелуй молодых. Поцелуй. Друзья, вручается ангара. Друзья, органайзер для холодильника работает без системы XP, без Windows. Просто пишешь бумажку, работает в обычной среде, без XP, без Vista. Аплодисменты зала, конечно. Вот они, победители. Молодцы. Так, фото для прессы, пожалуйста.